Всем привет! 100 лет я ничего не снимала. Как вам такой свет, когда свет просто... Да, я мастер света. Может быть, так будет все-таки лучше. А вы знаете, вот свет падает сбоку, все, на 10 лет старше. Свет падает сверху, молодушечка, красотушечка. Вот, так что у меня здесь нет света. Подождите, может, поставлю в другую сторону? Ну вот, ну все, и опять я помолодела. Что я хотела сказать? Пора время записать мне видео. Вот абсолютно спонтанно. Я сейчас собираюсь выходить. Что-то мне пришло в голову. Дай-ка я включу камеру и поболтаю, пообщаюсь с вами, потому что я уже 100 лет ничего не снимала. А почему? А потому что в моей жизни происходили просто какие-то непонятные вещи. Я куда-то себя... Надо соль купить, кстати. Я куда-то себя вообще загнала. И только сейчас вообще вернулась в нормальное состояние, чему очень-очень рада. И поэтому я очень рада наконец-то сейчас с вами пообщаться. Я долго думала вообще, наверное, закрыть уже мой канал, потому что сейчас очень странные времена, и я не знала, что снимать, на каком языке, что интересно. Потому что мне интересно снимать видео обо всем. Но, к сожалению, такие контенты не пользуются популярностью. То есть нужен контент, который основан на чем-то одном, какая-то одна тематика, будь то медицина, спорт, мотивационные видео или там видео только про музыку. И я пыталась понять, что бы я хотела снять, и поняла, что останавливаться на чем-то одном мне вообще не интересно и скучно. Вот, то есть, если я буду снимать про музыку, ну, как бы я в музыке каждый день, и что-то мне на эту тему общаться уже немножечко тяжело. Может быть, это надо снять тогда какой-нибудь отдельный канал, да? Потому что рассказать мне, конечно, есть что, и очень многим я бы хотела поделиться. Я пробовала снимать на английском языке. Вы даже не представляете, сколько видео я сняла за все это время на английском, на русском языках. Во-первых, мой акцент, он какой-то вот мой, он почему-то он какой-то не русский, не латышский, не вот какой-то своеобразный. То есть там что-то намешано, много языков в моем акценте. Ну ладно, бог с ним, мне кажется, это даже немножечко мило. А вот мой словарный запас почему-то ухудшается сразу. Наверное, это привычка. Наверное, надо немножечко попрактиковаться, и тогда будет все окей. Но я заметила, что если я о чем-то рассказываю на своих видео, то у меня слово «it's amazing». Просто в каждом предложении я говорю, что «it's amazing». В общем, буду тренироваться. Не знаю, буду ли я снимать на английском. Сегодня YouTube вообще ушел так далеко. И что мне не нравится на YouTube, это уже не тот YouTube, который был, конечно, 10 лет назад, когда все начинали, или 15 там, лет назад. Мне не нравится то, что люди подстраиваются под лайки. То есть люди перестают делать контент индивидуальный, какой-то особенный. Луночка тоже хочет сказать вам привет. Вот этот вот жирный котик. Посмотрите, какая толстая ты стала, Луна. Ты что-то много кушаешь, пора на диетку. Вот, нет креативности, потому что люди подстраиваются под лайки и под мнение зрителей, что, в принципе, тоже хорошо. Если есть спрос, то есть и предложение. Но мне кажется, это все-таки уводит в какое-то очень странное русло, и это закончится, ничем хорошим это не закончится. Вот, и Луночка, ты такая хорошая, ты посмотри, какой ты хороший котик. Я думаю, что Луночка со мной согласна, ей лишь бы только пожрать, да, и лишь бы ее не трогали. Ее очень нелюбимая поза вот такая. Да, я знаю, тебе не нравится. Ну а что делать? Ты попку спрячь. Некрасиво, да? Вот, так что, ребятки,
Иди гуляй. Я пойду заниматься своими делами. На носу Новый год. Я вас хочу с этим поздравить. Ничего не буду желать, уж как есть. Я думаю, настроение у всех такое странное. И думает, что о, встретим, все будет классно. Ну, наверное, никто не хочет сглазить. Поэтому давайте просто хотя бы начнем спокойно 23-й год, без эксцессов. И будет у нас все хорошо. Я буду думать, продолжать искать возможные варианты продвижения канала. Может быть, и не надо мне его продвигать. В общем, видео ни о чем и обо всем. Хотела просто сказать вам привет, пожелать вам всем всего хорошего и пока. Да, видите, борода чешется. К чему бы это?